Большой спортивный праздник 100 дней до старта 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» состоялся на Центральной площади Владивостока во вторник 19 апреля. Символической датой участников акции поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Конечно, это все зависит от нас с вами. Как мы будем встречать? Как мы будем относиться к нашим гостям, которые многие никогда не видели море, никогда не были на Востоке. Они нам расскажут о своих удивительных странах. Вот. Они нам привезут свои сувениры. И, конечно, везут отсюда яркие впечатления. Я уверен, что в том числе и наши приморские спортсмены, которые сейчас усиленно готовятся и отбираются к этому чемпионату, покажут и займут достойное место. Мы, конечно, будем поддерживать наших, своих ребят. Давайте пожелаем всем удачи и спортивных побед и уверенности в том, что эти игры пройдут на самом высоком уровне. Зажигательную атмосферу создали зрелищные выступления юных приморских спортсменов, будущих участников игр «Дети Азии», которые презентовали все 19 видов спорта, включенных в программу соревнований. Представительницы Краевой федерации легкой атлетики Катерина Кольцова и Полина Калачева уже попали в состав сборной Приморья для участия в играх. Сейчас девушки готовятся к предстоящим стартам, ведь конкуренция предстоит серьезная. Настрой боевой, выигрышный. Эти игры значат многое. Это, мне кажется, это такая, можно пробиться, возможность, да, пробиться куда-то выше. Ну и получить. Участвовать очень интересно, очень хочется. Я очень хочу поучаствовать, очень хочется занять что-нибудь. Это огромный опыт, я считаю, прям огромный опыт. Принесут нам эти игры. Мы очень счастливы, что участвуем в них. Праздник продолжился громкими аплодисментами, которыми поздравили победители конкурса на лучшее имя официальных талисманов игр «Дети Азии». По результатам голосования для дальневосточного леопарда гибкой и ловкой спортсменки выбрано имя Усури в честь Приморской реки. Для амурского тигра, веселого и бесстрашного любителя боевых единоборств, выбрано имя Сав. Это имя – аббревиатура, сочетающая в себе первые буквы олимпийского девиза. Из города Иркутск! Итак, вручается людям, которые придумали имена нашему тигру, сафу и леопарду Усури, сертификат на комплект брендированной экипировки 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа по поручению президента России Владимира Путина. Общая численность участников составит около 2000 человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 16 лет и моложе. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8.